И мы сейчас туда заедем. Нас обрызгали раствором. Переднее стекло пришлось немножко почистить, чтобы мы могли въехать. И сейчас нас почистят. Дело в том, что машина стояла под деревом, а ночью был дождь. И вся пыль с дерева, вся, она оказалась на машине. Поэтому я знаю, что это царапает, это нехорошо вот так мыть. Лучше бесконтактно. Это мы все знаем. Но машина не такая уж новая, уже столько на ней потертостей, всяких неожиданных каких-то царапин, которые наносят все вот эти вот быстрые доставки, Волт, там еще кто-то, возят на своих велосипедах, мотороллерах доставку и проезжают через двор очень неаккуратно между машин. Каждый день у нас какая-то новая царапина или потертость или что-то. Потом, поэтому я думаю, ничего страшного, если мы один раз, пару раз почистимся вот так. Впереди перед нами новый бульвар. Вот там, за этой вот степной зоной. Негатива. Друзья, я одно видео сделаю специально негатив, чтобы люди видели, что нет, у нас не все так прекрасно. Есть и негативные стороны. Если задаться целью снимать негатив, можно снять очень длинный фильм. Вот мусор, который не убирают вовремя, он накапливается. Хорошо, что нет сильного ветра, а то бы все разнесло по всей округе. Ой, кульки. Все люди аккуратно упаковали и, ну что им делать, побросали вокруг этих мусорных баков. Потому что мусорки переполнены на даче. Утром сняли вам видик, но еще не загрузили. Приехали на дачу, даже сейчас поедем на море с нашей подругой Наташей. Она говорит, ой, холодно. Я говорю, Наташ, ты едешь в октябре на море. А сейчас всего-навсего сентябрь. Да. Вчера вечером был колотун. Мы с Чендером на прогулке просто задубели, особенно хозяин. И утром было свежевато. А сейчас тепло, хорошо. В самый раз искупаться. Зреют гранатики. В ноябре будут красные. Это ничьи гранаты, это ничьи. Ой, ребята, инжир. Тоже вроде бы ничей. Давайте залезем и посмотрим. Чендер, стой! Инжирчик, ну-ка. Это совсем, нет, видимо, спелые. А вот я вижу желтенький. О, классный, ну-ка. Поехал. Сухой. Он сухой, потому что его здесь не поливают. Все-таки все надо поливать, потому что видны гранаты. Красненькие такие. Друзья, это ничей гранат. В принципе, его сажала, знаете кто? Самая-самая первая хозяйка дачи, которая напротив, была Зина. Эта Зина была очень трудолюбивая. Вот эти все растения, в том числе вот он, витекс священный, витекс, инжир, вот эту всю зеленую полосу посадила Зина. Зина давным-давно уехала. А плоды ее трудов цветут и радуют нас. Это наша Руэлли Бретона. Видите, кто-то посадил ее здесь. Ну, кто-то вот, видимо, из соседей решили, что очень хорошо здесь она будет расти, она и растет. Но я думаю, конечно, там какой-то полив есть. Без полива она не будет. Очень красиво, здорово. Вот эта цезальпиния прекраснейшая. Уже цветочек завял. Она вот так выглядит. Цезальпиния прекраснейшая. А это тоже вот такие, как они называются, не знаю. У них семена, колючие шарики, которые потом лопаются, все это. Вот он сам растет, сам так размножается. Ну, это тоже влага. Это пальмочка из финика. Это не наши ворота. Просто я вот завернулась с Чендером. Это опунция, она ужасно колючая. Все, мы идем через переулок и домой. Сейчас поедем на море. Это кампсис. Граммофончики дикого граната, как я его называю. Красота.
Здравствуй, милая. Здравствуй, собачка. Я тебе принесла кушать. Сейчас мы тебе дадим. Здравствуй, собачка. Идем, я тебе дам вот здесь. Иди сюда. Куда ей положить? Иди, я его здесь дам. Иди сюда. Иди, я тебе вот здесь дам. Иди сюда. Иди, дам тебе кушать. Иди сюда. Иди ко мне. Слушай, иди, я тебе дам. Давай. Нет, мы идем вот здесь, будем купаться. Здрасте. Это такая собака, Сармар. Мы будем купаться. Я ее боюсь. Не бойся, сестра. Мы будем купаться. Здрасте, здрасте. Нельзя, нельзя. Ну, лапочка сломана. Давай, знаешь, куда? Давай идем. Идем вон. Куда? В ту сторону. Туда пошли. Давай. Смотрите, какие тучи. Какие тучи. И мы сейчас... О, как красиво. Там впереди чистое небо, а здесь тучи. Сейчас мы будем купаться. А идем вот туда, Наташа. Хорошо. Мы одни на пляже. Рабочие там что-то варят. Они делают вот такую полосу. Делают полосу. Не знаю, то ли машины сюда будут подъезжать, то ли что-то. Это лодки рыбацкие, скажем точно. Это не прогулочные. Какой-то промысел тут существует рыбы. Пойдем вот сюда. Ой, как хорошо. Этот воздух абсолютно теплый. Очень хороший воздух. Еще раз покажу вам эти небо. Эти тучи красивые. Друзья, вот такая вода. Потом расскажу ощущения. Мне кажется, мы сейчас залезем. Все, сомнений быть не может. Сразу вытремся, переоденемся и домой. Ничего страшного. Ну вот, мы искупались. Так как там идут строительные работы. Поэтому мы пошли слева от этого основания, вот сюда. Здесь очень долго идешь и мелко все. Но самая кромка ледяная, она холодная, она от воздуха охладилась. И чуть дальше проходишь, где по колено, вода внутри прям теплая. В общем, купаться очень хорошо и очень холодно выходить. Вот это действительно ветер, поэтому выходить некомфортно. Нужно плыть до самого берега, потом подниматься. Все, забыла сказать морю. Здравствуй, осеннее море. Ну вот мы уже искупались и едем на дачу. Уезжаем с дачи. Видите, как удачно? Посмотрите. Вот и приехали мусор забирать. Отлично. Все. Сейчас все уберут. Будет чисто, хорошо. Просто надо почаще убирать. Видите, чтобы он не скапливался. Все, друзья, пока. До новых встреч. Пока.